Всем доброго дня. Я вот сегодня нахожусь около Международного дома музыки. И хочу немного слов сказать о песне, которую спела Ева. Это «Лучший город Земли». Я хотел сказать, что Ева, ты молодец, у тебя есть потенциал, но надо продолжать работать. Есть еще над чем работать. Вот, поэтому, как говорится, вперед из песней. Что можно сказать, если, допустим, по замечаниям, это руки. Надо поработать с руками, слишком много жестикуляции. Прям, мне кажется, перебор. Начинаешь смотреть не на солиста, а на руки, которые постоянно жестикулируют. И, наверное, опора и ритм. Вот. Вот над этим надо поработать. А так, в общем, все хорошо. Я вас поздравляю. Большие молодцы. Трудитесь, старайтесь. Вперед из песни.